такое ашук. Не пугайтесь, это всего лишь понятие «народный певец-поэт». Одна из самых интересных форм их выступлений – музыкально-поэтический турнир. Ашуки состязаются в загадках, вопросах и ответах. Если участник не смог ответить противнику в стихотворной форме или разгадать загадку, победитель имел право забрать музыкальный инструмент у побежденного, тем самым показывая свое превосходство. Ашуки являются желанными и почетными гостями. Послушать певца-сказителя собираются все жители. Ну а мы послушаем песню-поэму Арама Хачатуряна, которая была написана как посвящение ашукам. На сцене Ульяна Галичникова, класс преподавателя Ларисы Константиновны Кузьминовой, концертмейстер Эльдар Раисович Минюков. Thank you.
известных балетов «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского по праву считается эталоном высокого искусства. «Лебединое озеро» без доли преувеличения можно назвать жемчужиной русской классики. Интересно, что этот невероятно популярный в наши дни балет буквально провалился на премьерном показе. Глубоко расстроенный автор заявил, что его оценят позже, а пока время этого произведения еще не пришло, и он оказался прав. Петр Ильич Чайковский. Русский танец из балета «Лебединое озеро». Thank you.
100 лет со дня рождения Германа Германовича Галынина, известного советского композитора, уроженца Тулы. Его творческий путь, к сожалению, был коротким, но Галынин стал одним из самых ярких композиторов послевоенного времени. Оставленное им наследие невелико, в основном хоровые, концертно-симфонические и камерно-инструментальные жанры, но эти произведения талантливы и значительны. В Туле имя этого композитора носит одна из детских школ искусств, школа на улице Первомайской. На сцене квартет в составе Ирина Алахвердиева, Анна Бойцов, скрипка, Евгений Алексеевич Харланов, Алиса Агеева, виолончель. Класс преподавателя Александра Юрьевича Алексеева. Герман Галынин, квартет номер 2, 1 и 2 часть.